Сажать огурцы, помидоры в теплицу еще рано. Чтобы грядки не простаивали зря, предлагаю посеять сюда редис. Эта культура не боится заморозков, выдерживает до минус 4 градусов и отлично растет ранней весной. Для начала рыхлим землю. Просто взять семена редиса и разбросать по грядке нельзя, ничего не вырастет. Между каждым семечком должно быть четкое расстояние, минимум 5 сантиметров. Чтобы долго не мучиться с разметкой, я возьму лотки от яиц, сложу их вместе, чтобы конструкция получилась прочнее, и использую как маркер. Кладу на землю и придавливаю. Но не сильно, редис заглубляют всего на 1 сантиметр, так он быстрее прорастет. Две минуты, и грядка идеально размечена. Можно сажать семена. Кладем в каждую лунку по одному зернышку. Теперь засыпаем их землей, слегка утрамбовываем и поливаем. Редис очень любит влажную почву, поэтому поливать его придется регулярно, по мере подсыхания грунта. А если вы наведываетесь на дачу только по выходным, застелите грядку укрывным материалом. Благодаря этому влага будет испаряться медленно, и редис спокойно дождется очередного полива в следующие выходные. Если вы дачный сезон еще не открыли, но ранний урожай редиса тоже хотите, посейте его дома. Все в те же лотки из-под яиц. Делаем в них отверстие для слива воды. Засыпаем землей. Раскладываем семена и поливаем. Можно выращивать корнеплоды прямо так, в лотке, например, на балконе, или чуть позже привезти на дачу и закопать в землю. Прорастает редис моментально, уже на второй-третий день. А как быстро появятся корнеплоды, зависит от сорта. Я беру ультраскороспелые. На них так и написано – редис за 16 или 18 дней. То есть примерно через 2 недели после всходов мы получим первый урожай.